Интересы электротехнического кластера республики будут продвигать на федеральном уровне. О таком решении в РИО главы Чувашии Олег Николаев заявил на совещании с руководителями организации электротехнической отрасли, которое прошло на производственной площадке компании «Релиматика». Сегодня в электротехнический кластер входит 22 промышленных предприятия республики, производящие свыше 100 тысяч наименований продукции. Это микропроцессорные устройства релейной защиты, устройства для проверки, контроля, измерений, испытаний, противоаварийная автоматика. По словам председателя правления Ассоциации «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашии» Олега Саевича, основная цель отрасли – снижение импортозависимости и увеличение доли отечественной электротехнической продукции на внутреннем рынке. Так, в ближайшие годы 60% рынка должен занять российский продукт, а к 30-му году этот показатель намерены довести до 70%. Выражаю уверенность, что мы с вами однозначно можем достичь многих поставленных сегодня задач, вернее, обозначенных даже не поставленных, а даже обозначенных задач.